Светлана Слабкая, доктор философии и искусствоведения, киновед, автор статей и публикаций о культуре и кино Центральной Азии и Турции, генеральный директор агентства Евразия Global Connected, Германия. Приветствую Тимура Шайхуллина, доктора филологических наук, кандидата педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой филологии и становения Российского исламского института. И супругу Тимура Шайхуллина Амри Акила. Добрый вечер! Итак, мы приветствуем жюри Казанского